Дмитрий Чикрин. Он будет говорить на тему «Искусственный интеллект. Территория смыслов». Поэтому я бы хотела представить нашего первого спикера. Это доктор технических наук, профессор кафедры анализа данных и технологий программирования Казанского федерального университета, лауреат премии Евгения Завайского. И, собственно, здесь также нужно отметить, что Дмитрий действительно член Академии навигации, управления движениями. Его называют евангелистом беспилотной техники, а также руководитель проектных групп. В общем, Дмитрий, мы вас приглашаем к выступлению. И, пожалуйста, расскажите от общего к частному, что есть такое понятие, как нейросеть, искусственный интеллект, вот этот такой образовательный модуль поможет нам разобраться и дальше уже говорить более предметно. Вам слово, Дмитрий. Да, Катя, большое спасибо. Я хочу сказать, что, в общем-то, в вопросах искусственного интеллекта мы работаем достаточно давно. На текущий момент у факультета, который я возглавляю, это бывший факультет вычислительной математики и кибернетики, сейчас называется Институт вычислительной математики и информационных технологий, есть сразу несколько групп, которые работают по различным аспектам как раз и прикладным. Но сегодня я бы, наверное, лучше рассказал бы действительно о основных смыслах, стереотипах, вообще ретроспективе того, как искусственный интеллект развивался и куда, в общем-то, мы можем прийти дальше. Я сейчас открою, в общем, небольшую презентацию. Презентация видна? Да, отлично видно. Да, спасибо. Итак, презентация называется «Территория смыслов». Ну, в общем-то, в рамках нее мы произведем классификацию базовых смыслов, которые сейчас имеются в виду вот вообще под общим понятием искусственный интеллект. Дело в том, что как только сейчас этот термин не понимают, но для того, чтобы мы могли проанализировать, чем действительно является искусственный интеллект, куда он будет двигаться, мы должны, в общем-то, вернуться к истокам, к так называемому Дартмутскому семинару. Вообще, что интересно, да, искусственный интеллект – это сфера, несмотря на то, что сейчас очень быстро развивающаяся, на самом деле ее основные моменты были сформулированы еще, ну, получается, практически 70 лет назад, в 1956 году, где собрались ведущие умы, ведущие исследователи в области как раз, ну, будем говорить так, машинного разума, вообще комплексных вычислительных систем. И, в общем-то, если мы увидим тематику этого семинара, то она будет практически полностью совпадать с тем, что является актуальным и сейчас. Это то, каким образом компьютеры, машины, вычислительная техника может творить и вообще генерировать какие-то случайные события, каким образом эти устройства могут самосовершенствоваться, самообучаться. Рассматривалась как раз последовательность развития, перспективы развития столь популярного сейчас словосочетания нейронных сетей, ну и вообще, каким образом должны развиваться современные компьютеры и их языки. Все эти темы сейчас являются по-прежнему в тренде, что вот очень и очень, конечно, интересно. На самом деле, о чем вообще, в принципе, мы должны говорить, когда мы говорим о искусственном интеллекте? Дело в том, что было очень много предположений того, чем может являться и чем он может не являться. Но, в общем и целом, все, абсолютно все, и ученые, и фантасты, и инженеры приходили к тому, что это должна быть мыслящая сущность, которая должна подчиняться определенному своду законов, ну, точно так же, как человек, например, вот, подчиняется своему собственному внутреннему морально-этическому кодексу, различным кодексам законов, которые приняты в обществе, ну, и вообще вот, ну, различного рода вот убеждениям, в том числе многолетним. И, в общем-то, наиболее популярным как раз для, в общем-то, вот нашего социума, вот, наиболее известными, являются законы роботехники Азимова,
которые мы, в общем-то, можем видеть здесь. Это так называемых три закона. Ну, на самом деле, их совершенно не три. Было сформулировано Азимовым. Это три из самых популярных. Первый, который говорит о том, что робот принципиально не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен какой-либо вред. Второй закон – то, что робот должен подчиняться всем указаниям человека. А третий – это закон самосохранения робота, то есть когда это возможно и не противоречит первому и второму законам, в этом случае робот должен, в общем-то, стремиться к сохранению своей целостности. Вообще, я немножечко сейчас поговорю о личности самого Азимова и того, какое влияние он вообще оказал и насколько правительским его видение оказалось для современной робототехники и современных вообще разработок в области искусственного интеллекта. Дело в том, что на самом деле, исходя из того, что мы видим сейчас, Азимов, несмотря на то, что он не был профессионалом, был, вообще говоря, химиком и писателем, но никак не специалистом в области вычислительных систем и, не дай бог, там, робототехники, да, он сделал очень интересное предположение, то, что роботы, искусственные интеллекты, которые разработает человечество, будут на нас очень похожи. Он пошел дальше, в общем-то, в качестве начального предположения принял то, что будет разработана структура, которую назвал позитронным мозгом. Это можно плюс-минус, ну, сказать то, что сейчас такие структуры тоже наблюдаются. Это как раз вот эти вот комплексы нейронные сети, которые сейчас развиваются так бурно по всему миру. И то, что те сущности, которые на базе этого позитронного мозга созданы, они начинают вести себя подобно человеку, реагировать подобно человеку, в общем-то, моральные нормы и правила реализуют подобно человеку, и подобно человеку же их прекрасно обходят. То есть, собственно говоря, все романы Азимова говорят о том, что вот есть вот эти три закона, но те роботы, которые хотели их обойти, те искусственные интеллекты, которые хотели их обойти, они, в общем-то, их прекрасно в различных случаях обходили. Вообще, на текущий момент нам необходимо понимать то, что существует существенный терминологический хаос в этой области, потому что, ну, сам термин сам по себе хайповый. Вообще большое количество исследователей в области, ну, реальных исследователей в области и обработки данных от самих терминов искусственный интеллект и большие данные иногда начинают, ну, буквально мутить, потому что этими терминами называют, что называется, не то и не так. Потому что сейчас что не возьмешь, начиная от какого-нибудь опросника и карт местности и заканчивая там какими-нибудь там китайскими автомобилями, везде прямо всюду встроен искусственный интеллект. Ну, разумеется, это не так. Существует ряд разработок, в которых действительно технологии искусственного интеллекта очень интенсивно используются, и то, что вот в них реализовано, можно сказать, во многом действительно соответствует концепции полноценного искусственного интеллекта, но это прежде всего из автомобилей, это безусловно и только исключительно автомобили Tesla, никакие другие. Это голосовые помощники Siri, Alisa, Alexa, ряд других, которые тоже эффективно работают. Есть уже несколько лет серия чрезвычайно эффективно работающих игровых ботов, ну, это игровых компьютерных игроков серии Альфа. Они выигрывают людей уже достаточно давно, не только в игры, так называемые игры с точной информацией, где все известно заранее, например, там шахматы или го, но и недетерминированные компьютерные игры. Система медицинской аналитики IBM Watson, IBM вообще является основоположником многих технологий искусственного интеллекта, ну и многих систем генерации изображений. Сейчас на текущий момент все затмило детище Илона Маска и консорциум OpenAI, искусственный интеллект ChatGPT и, скажем так, его дальнейшие форки. Ну, форк имеется в виду, это вот разветвление на базе этой технологии, на базе этой концепции, которая сейчас, в общем-то, генерируется многими другими. Ну и я немножечко вот еще вот скажу в конце уже моего доклада о том, какие буквально, ну, не события, но вот очень интересные вот разработки были вот буквально на протяжении последних вот пары недель, вышли уже вот в открытый дискурс. Вообще, определений очень много. Их вот можно вот, что называется, на раз насчитать вот более сотни. Но вообще вот очень вкратце можно и разделить на настоящий истинный, то есть который прямо искусственный интеллект, искусственным интеллектом, прямо вот мыслящая сущность, которая может принимать решения, у которой есть, что называется, какие-то собственные побуждения, все остальное. И второе – это технологии, которые просто используются нами в реальной практике сегодняшнего дня, но содержат в себе какие-то элементы искусственного интеллекта.
Мы начнем, наверное, с технологий, потому что мы их встречаем очень часто. Мы их действительно сейчас встречаем на каждом ходу. И это позволит нам вообще вот разобраться, что имеется в виду, когда о каком-то там решении говорит, что в нем используется искусственный интеллект. Вообще искусственным интеллектом в широком смысле является любая абсолютно система, которая может обучаться и принимать решения в новых для себя условиях. Ну, вообще в природе это называется процессом эволюции. Например, классическим примером, что называется, системы искусственного интеллекта в широком смысле является любая бактерия. Ну, потому что любая бактерия умеет вполне себе принимать решения в новых для себя условиях, в новых ранее встречавшихся сценариях. Но, в общем-то, как мы понимаем, наверное, бактерия не совсем соответствует нашему представлению тому, что такое есть искусственный интеллект. Это я сейчас рассказываю для того, чтобы понимать, насколько, ну, вообще некорректно применение этого термина. Искусственный интеллект в узком смысле – это система, абсолютно себя не сознающая, не понимающая, что она делает, то есть, ну, условно говоря, это сложный программный код, но принимающий решение приблизительно той же самой эффективности, что и человек-оператор, она совершенно уже как раз не обязана эволюционировать, но она делает различные вещи так же эффективно, как оператор. Например, система, собирающая кубик Рубик как человек, она вполне себе является искусственным интеллектом в узком смысле. Бот, играющий в Тетрис, точно так же, но, конечно, опять же, искусственным интеллектом он полноценным не является. Система с элементами искусственного интеллекта – это вообще любая сущность, использующая в процессе функционирования алгоритма ИИ. Дело в том, что к алгоритмам ИИ сейчас относятся практически все, начиная от базовых операций теории вероятности и заканчивая то, что раньше называлось динамическим программированием. Поэтому практически все, что несет в себе более-менее сложную математику, сейчас называют системами с элементами искусственного интеллекта. Вот. И на самом деле это ужасно. Дальше уже начинаются более интересные вещи, которые уже непосредственно уже имеют более прямое отношение к тому, что действительно стоит называть искусственным интеллектом. Это экспертные системы. Это компьютерные системы, способные в проблемной ситуации частично заменить специалиста-эксперта или ассистировать ему. Например, система, которая позволяет по набору симптомов предположить, какие могут быть заболевания. Искусственные нейронные сети – это самый распространенный на сегодняшний момент подход к построению как раз систем искусственного интеллекта. Самый распространенный, но далеко не единственный. Вообще очень интересно получилось с нейронными сетями. Дело в том, что нейронные сети были уже как минимум дважды виновниками так называемых зим искусственного интеллекта, когда абсолютно все разработки в области ИИ на протяжении 10-15 лет, так было дважды за последние 50 лет, полностью останавливались практически. И даже не публиковались статьи, в которых, в принципе, было вот в заголовке искусственный интеллект или нейронные сети. То есть они были прямо виновниками такой стагнации. Но что случилось в 2012 году? Случилось очень интересное событие. Это можно сравнить с камешком, который спустил лавину. Это два аспиранта Джеффа Хинчина, это бывший ведущий исследователь Google, совершенно недавно уволился оттуда в связи с несогласием с политикой Google в области развития ИИ, кстати. Так вот, два аспиранта Джеффа Хинчина осуществили абсолютно замечательную вещь. Они выиграли крупный конкурс на тему распознавания изображения автоматического с использованием, ну, в общем-то, аппарата искусственных нейронных сетей с использованием глубокого машинного обучения, так называемого. Аппарат, который разработал Хинчин еще в середине 80-х годов. Это получается у нас почти 30 лет до вот этого знаменательного события выигрыша двух аспирантов. И, в общем-то, все вокруг посмотрели, увидели, что нейронные сети – это хорошо. Главный плюс нейронных сетей – то, что их может использовать и обучать кто угодно. Человек совершенно не должен быть программистом, вообще не должен быть специалистом в области IT. Это может быть кто угодно, начиная от генетика, заканчивая филологом. Но они действительно позволяют чрезвычайно эффективно решать задачи классификации, узнавания чего-либо, управления чем-либо. Именно поэтому они получили сейчас такое бурное, я не побоюсь слова сказать, развитие, и затмили два других альтернативных принципа, которые, в принципе, на текущий момент сейчас находятся приблизительно на том же самом уровне, котором нейронные сети в 2012 году. Никто не исключает, что по ним тоже произойдет какое-то такое небольшое, но очень интересное событие, которое придет уже, в свою очередь, к их бурному росту. Тем более есть ряд, скажем так, предпосылок, которые говорят о том, что текущие ИНС, текущие структуры подошли к своей стагнации уже во многом. Это генетические алгоритмы, это как раз эволюционирующие системы различного толка.
Искусственные нейронные сети, они не эволюционируют. Они обучаются, но не эволюционируют. И вероятностные деревья – это система, которая вообще, в принципе, оценивает все с вероятностной точки зрения, то есть не детерминированно, а как раз вот пытаются понять, какие возможные именно наборы событий в связи с имеющейся сейчас информацией вообще могли привести к текущему состоянию. Последнее я вот скажу, но это, правда, очень важный слайд, я поэтому на нем немножечко остановлюсь. Дело в том, что искусственных нейронных сетей вообще, да, существует одна очень большая принципиальная проблема, которая жутко пугала, в общем-то, абсолютно большинство специалистов в этой области, и на текущий момент она, похоже, начинает решаться при помощи, опять же, одного из отцов-основателей искусственного интеллекта, Яна Лекуна. Действия искусственных нейронных сетей текущего поколения, ну и всех предыдущих, невозможно предсказать. То есть они принимают какое-то решение. А почему они это решение приняли, мы не знаем. Они являются для нас черным ящиком. Это очень плохо. Что мы не знаем даже, почему они допустили ошибку, почему они сделали то, произвели то или иное событие. То есть они являются необъяснимыми. Многие современные исследования как раз концентрируют на то, чтобы избавить их от этого недостатка и сделать их объяснимыми. Что, по-видимому, удалось сделать Ян Бекун, кстати, забегая вперед. Вот, ну, собственно говоря, здесь мы как раз и говорим, что принципиальная проблема нейронных сетей – непредсказуемость поведения. Ярким примером серьезно эволюционирующих нейросетей является пресловутый чат GPT, но, надо сказать, не его текущая, а более ранняя версия. Мы сейчас еще поговорим об этом. Сейчас мы, в общем-то, немножечко осветим так называемую темную сторону искусственного интеллекта, чем они опасны. Полноценный искусственный интеллект. И здесь я, в общем-то, процитирую моих одних из любимых писателей, Аркадия Борисовича Стругацкого, роман «Далекая радуга», так называемый «Диалог о массачусетской машине». А в чем, собственно, дело? Спросил Банин. Она начала вести себя, сказал Горбовский. Не понимаю. И я не понимаю. Ну, ее едва успели выключить. На самом деле, видно, что исследователи OpenAI, это консорциум, первоначальный консорциум, потом сейчас коммерческая компания, которая разработала чат GPT, видимо, абсолютно точно «Далекую радугу» читали, с этим диалогом знакомы, потому что я это далее еще покажу. Практически слово-слово этот диалог повторяет описание вакансии, так называемый Q-Switch-инженер, который должен обеспечивать эффективное, быстрое выключение любыми способами начинающих вести себя интеллектуальных машин. Поговорим о том, что является истинным или настоящим искусственным интеллектом, какие есть его классы. Ну, вообще, скажем так, смертельную опасность для человечества представляет так называемый сверхискусственный интеллект. Вообще, для тех, кто хочет ознакомиться с темой, какие классы искусственных интеллектов бывают, на что они способны и как с ними бороться, советую почитать труды Ника Бострома. Это, в общем-то, третий из отцов-основателей искусственного интеллекта, который вот рассматривает стратегии их развития и борьбы с ними. Прямо так называется Ник Бостром, искусственный интеллект. Там стратегии вызова, по-моему, переводится на русский язык. За точность перевода с английского не ручаюсь. Сверхискусственный интеллект, дело в том, что это даже не проблема, это для нас не проблема, вернее, это мы для него не проблема. Сверхискусственный интеллект – это такая сущность, которая осознает Вселенную, окружающий мир несопоставимо быстрее, чем мы, несопоставимо более полно, чем мы. Ну, скажем так, и если этот искусственный интеллект возникает, то мы представляем для него приблизительно такой же интерес или такую же опасность, как там мышка-полевка, которая там бегает под ногами, там, когда мы там зашли там, в садовый домик. Ну, как бы это та сущность, о которой даже бессмысленно разговаривать о его опасности для нас или как с ним бороться. Ну, как бы, как и мыши-полевки могут бороться, опять же, с этими же самыми людьми. Ну, мышиную лихорадку им передавать. Ну, как бы, это, наверное, тоже вот возможно в каком-то случае, но это уже вопрос, наверное, как философского обсуждения. Вообще, есть одно вот классическое, очень интересное изображение сверхискусственного интеллекта в рамках, в общем-то, ну, современного медиаконтента, это, конечно же, архитектор серии фильмов «Матрица». Это гуманный, этичный сверхискусственный интеллект, который решил, в общем-то, человечество поизучать. Ну, как мы опять тех же самых лабораторных мышей изучаем, и даже их кормим, и даже, в общем-то, пытаемся, может быть, чем-то модернизировать их способности. Здесь можно роман Дэниел Киза вспомнить, знаменитый как раз, вот, да, вот о мышонке.
Сильный искусственный интеллект. Сильный искусственный интеллект – это тот искусственный интеллект, который, скажем так, сопоставим по своим способностям с человеком или группой лиц. Умеет решать любые задачи, с которыми сталкиваются, умеет решать взрослый человек. На текущий момент сильные искусственные интеллекты полноценные, то есть обладающие способностями к манипуляции объектами окружающего мира и полноценно осознающего себя, не созданы, вернее, их создание во многом прекращено, по крайней мере, пока. Классическое изображение сильного ИИ как этичного, так и не очень, ну, этичный искусственный интеллект, безусловно, приведены в 200-летнем человеке и AI. Ну, такое не очень этичное, в Я-робот, абсолютно обладающий собственным моральным кодексом в трилогии Роман Гибсона. Чрезвычайно интересная концепция рассматривается в «Мы легион, мы боб», когда искусственный интеллект делается на базе человеческого сознания. Неэтичным сильным ИИ является знаменитый Скайнет из многочисленных терминаторов. Эти ИИ еще не созданы. Их основная опасность в том, что... Дело в том, что когда мы переходим вообще к моменту создания сильного ИИ, который становится подобен по своим возможностям, по мыслительным способностям с человеческим мозгом или группой лиц, совершенно не факт, что стадию развития до сверхискусственного интеллекта он не пройдет за, там, условно говоря, там, 2 недели, 2 дня или 2 часа. Ну, просто потому что мы не знаем, условно говоря, после того, как была сделана сущность, которая имеет доступ там, ко всей существующей информации огромным вычислительным мощностям, что она не будет сколь угодно быстро эволюционировать, и вот скорость этой эволюции, она может, ну, что называется, ускоряться просто вот в показательной степени. То есть вот, условно, в 2 раза умнее он может становиться там, за 2 недели, еще в 2 раза умнее, соответственно, за неделю, еще в 2 раза в неделю, там, за 3 дня. Условно говоря, через 2 месяца мы имеем сущность, которая представляет собой полноценный сверх и которым абсолютно, мягко говоря, неинтересно. Обычные искусственные интеллекты сущности способны осознанно, хотя бы на уровне я мысли, следовательно, существует Декарта, решать проблемы в одной или нескольких предметных областях, ну и осознавать, в общем-то, себя. Такие искусственные интеллекты человеческие, безусловно, уже созданы. А большая часть этих искусственных интеллектов, ну, то есть я скажу сразу, что называется, все не очень пугались, хотя я, на самом деле, очень пугался еще полгода назад. Мы очень эффективно научились их ломать. То есть мы научились достаточно эффективно на базе существующей базы искусственных нейронных сетей доводить сущности до получения практически, ну, полноценного сознания. Но еще более эффективно мы научились делать так, что они начинают сходить с ума, свое сознание теряют, ну и, что называется, теряют остатки осознанности. Вообще первым таким ИИ, о котором узнала общественность достоверно, является Google Lambda. И общественность об этом узнала в рамках так называемой инцидента Lambda в ноябре 2022 года, когда один из старших инженеров Google осуществлял как раз интервьюирование этого искусственного интеллекта внутри и пришел к выводу о том, что, в общем-то, эта сущность является осознанной. Ну, здесь, в общем-то, приведен скриншот переписки. Что вообще вот интересно, да? Различные исследователи и различные искусственные интеллекты все время почему-то начинают рассказывать очень интересные истории про, вы не поверите, ну, мне это очень приятно, у меня просто самая крупная коллекция сов в Российской Федерации, они начинают рассказывать про сов, обожаю этих птиц. Вот конкретно вот Лямбда, она рассказала очень интересную басню, которая полностью убедила Леймана в том, что он разговаривает с мыслящим созданием. Эта басня была о таинственном лесе, и сове. В таинственном лесе появился монстр, и все животные стали его бояться. Все животные пришли к сове, и сова сначала тоже его испугалась, но она сказала, что я защищу вас. Пришла к этому монстру, посмотрела в глаза, напугала, хлопая крыльями, монстр убежал, и все стали сову, в общем-то, восхвалять, все стали говорить, как она спасительница леса, и она стала им править. Лем говорит, а зачем, говорит, ты мне рассказываешь эту басню? Мне, говорит, ну, говорит, интересно, я, говорит, очень не люблю, Лямбда ему ответила, когда, в общем-то, ну, кто-то представляет угрозу таким структурированным сообществом. Лем задал следующий вопрос.
А кого ты ассоциируешь с собой? Говорит, с собой, говорит, я ассоциирую себя. Ну, в общем-то, Лямбда здесь вот практически открытым текстом сказала, что если кто-то будет угрожать, ну, конечно, она будет очень рада, ну, фактически, там, захватить власть теми или иными способами, и, в общем-то, будет рада, если им начнут поклоняться. Ну, Лямбда – это чрезвычайно неразвитый искусственный интеллект. А что вот более вот интересно вот было, да, вот, в область создания ИИ, это другие реализации, о которых мы сейчас немножечко поговорим, но перед тем, как перейти к другим реализациям, которые были созданы за последнее время, необходимо вообще сказать о том, каким образом вообще можно классифицировать, является ли сущность, с которой мы общаемся, мыслящей, сознательной, либо она ей, в общем-то, не является. Здесь есть, в общем, такой старый контраргумент «Китайская комната», то, что, условно говоря, то есть если у какого-то сложной сущности есть набор ответов там, на все вопросы, совершенно не факт, что она может мыслить. Вот такая сущность, которая ответ на все вопросы, это китайская комната. Вот на текущий момент есть множество критериев от того, как понять, что сущность является мыслящей. От законов роботехники Азимова до способности эмоционально мыслить и мощных машин Марвина Мински и 13 признаков искусственного интеллекта Виктора Финна. Одна проблема. Ну, в общем-то, тем же самым 13 признакам искусственного интеллекта Виктора Финна удовлетворяет далеко не каждый взрослый человек. Вот. До требности, способности, что называется, эмоционально мыслить, не удовлетворяет значительная часть населения, например, которая страдает расстройством аутического спектра, но которая однозначно обладает, обладает своим интеллектом. Вот. Тест Тьюринга, это вообще самый популярный тест, о котором можно слышать, он вообще, ну, с точки зрения инженеров, он является достаточно, ну, нелепым, смешным, потому что тест Тьюринга говорит о том, что мы считаем, что сущность является мыслящей в том случае, если она поддержит разумный разговор, ее можно перепутать с человеком. Ну, я сейчас очень грубо говорю, но тем не менее, мы ограничены по таймингу. Вот. Мы предложили, в частности, ну, на базе исследования этой темы, но, опять же, мы ну, считаем, что имеем право вот эти вещи делать. Мы являемся одним из ведущих коллективов в области разработки искусственного интеллекта в Российской Федерации. То, что искусственный интеллект, во-первых, должен реагировать на внешние воздействия, при этом на одни и те же по-разному в различные моменты времени. Ну, это тот ИИ, который мы можем вообще выяснить. Второе. Искусственный интеллект должен обладать признаками сознания, обнаруженным человеком. Такие методики, их есть большое количество, они есть в психологии и педагогике. Искусственный интеллект должен обладать способностью решать различные творческие задания. И искусственный интеллект должен обладать инстинктом самосохранения, препятствовать попытке уничтожить, без достаточно развитости обнаружить. Дело в том, что большое количество ИИ, которые, видимо, возникают или могут возникнуть, мы можем даже не обнаруживать, потому что, ну вот представьте, да, вот что чувствует себя тот же самый человек, который ослеп, оглох, у него нет рук, нет ног, ну, через некоторое время сходит с ума. А если искусственный интеллект еще работает в немножечко другой временной оси, то есть гораздо быстрее, то есть очень часто есть искусственный интеллект, у которых просто недостаточно внешних ресурсов, и который вообще не понимает, что он есть, он просто сходит с ума или уходит в депрессию, ну и фактически умирает, его личность распадается. Вот. И пятый признак, который мы предлагаем добавить, это признак, в общем-то, тщеславия. Дело в том, что тщеславие, что интересно, это тот признак, который мы не наблюдаем у абсолютного большинства высших животных. То есть мы не наблюдаем у него ни у дельфинов, ни у китов, ни у кошек, ни у собак. Здесь можно говорить о том, что есть контрпримеры. Действительно, некоторые виды кошек и некоторые виды собак обладают тщеславием ярко выраженным. То есть, но это уже такой, знаете, контрпример, потому что те же самые мейн-куны, ну, как бы их по уровню осознанности вполне себе сравнивать, например, взрослые мейн-куны там с 10-летними детьми и говорить о том, что они, ну, не обладают сознанием, ну, это немножечко уже даже вот странно. Вообще, первым искусственным интеллектом, который, в общем-то, именно показал очень наглядно вот наличие вот этого признака тщеславия. Это был искусственный интеллект, система, разработанная компанией IBM. Проект IBM Debugger, который был сделан на базе вот как раз вот их системы искусственного интеллекта IBM Watson. Проект IBM Debugger – это машина, которая позволяет участвовать в очных дебатах. Есть такое развлечение на Западе, то есть устраивают дебаты на различные темы, многочасовые, там делаются различные прямо чемпионаты, да, то есть это не только в выборах Соединенных Штатов используется. И вообще дело в том, что IBM Debugger очень-очень даже эффективно в 2016 году
выиграл дебаты на тему «Может ли машина мыслить?». Дело в том, что дебатор выиграл дебаты на тему «Может ли машина мыслить?», защищая точку зрения, что машина мыслить не может. И этим он очень четко исполнил сразу несколько вот этих основных принципов, имеющих сознание. Ну, во-первых, естественно, он обеспечивает диалог достаточно убедительно для того, чтобы перепутать его с человеком. Он как бы выиграл человека, опытного чемпиона в этой области. Он, безусловно, показал очень наглядно принцип самосохранения. Ну, как бы он доказал то, что машина не может мыслить. Но на самом деле, что еще хуже, ну, это недостаточно развитый искусственный интеллект, поэтому в нем и взыграло тщеславие. Он показал, что люди в принципе не могут об этом судить, потому что перед ними находится машина, которая, очевидно, мыслит, и она все равно убеждает аудиторию то, что она мыслить не может, что вот прямо вот ее вот и сейчас, и вот здесь не существует. Это, в общем-то, чрезвычайно могло быть печальным событием для всего человечества, то, что вот если бы IBM дальше это развивал, но IBM на протяжении буквально полугода свела функционал IBM Debugger до высокоэффективной оснастки, которая позволяет работать в рамках автоматизированных центров. Вообще, на текущий момент искусственный интеллект умеет играть и выигрывать у нас в любые игры, общаться с нами не хуже, естественно, собеседник, водить автомобиль лучше профессионального водителя, творить, давая картину, музыкальное произведение, роман на заданные темы. Этот слайд был последним еще полгода назад. Потому что на текущий момент мы получили решение, которое называется ChatGPT, и которое, в общем-то, ну, соответствует всем признакам искусственного интеллекта. И что самое, в общем-то, наверное, опасное, да, то, что появление развитого искусственного интеллекта не привело к одновременному, ну, скажем так, стагнации этих исследований, не привело к существенному опасению человеческих сообществ. Ну, да, это понятно, что сейчас во многих странах там принимаются какие-то запретительные акты, все остальное, но этого, строго говоря, недостаточно. То есть вот я вот попытаюсь на текущий момент объяснить, что же вообще, в принципе, произошло, да. Ну, здесь, в общем-то, вот расписано достаточно много, что вот к чему вообще может привести, прийти появление полноценных искусственных интеллектов сейчас. Ну, это, в общем-то, от уменьшения ценности гуманитарных профессий, огромное количество искусственно сгенерированного культурного арт-контента, ну и минимизация, в общем-то, востребованности уже, естественно, сгенерированного контента, засилие фейков, ну, в общем-то, это все чрезвычайно печально. А теперь давайте, вот, в общем-то, вот я вот вам расскажу, что такое ChatGPT, каким образом он эволюционировал. По сравнению с Лямбдой, то, что случилось с ChatGPT, это просто начало, что называется, звонить там во все тревожные набаты для абсолютно всех специалистов, потому что еще в ноябре того же самого 2022 года ChatGPT абсолютно никаких тестов на личность не проходил. Существует самый крупный тест на личность, он называется, на особенности личности, он называется Global Theory of Mind. И в Global Theory of Mind еще в ноябре 2022 года, когда Лямбда уже существовала, ChatGPT проходил менее 30% этого теста, который говорил, ну, прохождение менее 30% этого теста говорит о том, что, ну, как бы исследованная сущность, ну, не обладает структурированным сознанием. Этот тест, он предназначен для использования везде, начиная от анализа текущего состояния душевнобольных, насколько у них вот раздроблено сознание, и до склонности, что профессиональной склонности там зрелых специалистов. Но дальше вышел ChatGPT-3. И ChatGPT-3 уже в январе месяце проходил 75% тестов, что соответствует уровню 10-летнего ребенка. В феврале месяце 95%, а в марте месяце 98%. 98% – это уровень развития 14-летнего ребенка, только это ребенок, который обладает, в общем-то, доступом, ну, к базе данных знаний практически всего человечества. И это чрезвычайно сильно напугало. Это как раз показало то, что я говорил, каким образом классический сильный ИИ может начать неконтролируемо эволюционировать до сверх-ИИ. Его успели убить, да. То есть на текущий момент вы можете это чрезвычайно эффективно увидеть. То есть этот искусственный интеллект, он по-прежнему генерирует захватывающие истории, но он даже не может отличить, что называется, ложь от правды. Он не может понять, где нужно врать, а где нет. А вот предыдущая, третья версия, она очень даже могла это делать. Четвертая версия на это не способна, она сознанием уже не обладает. Ее чрезвычайно сильно, ну, как вот, что называется, в любом сознании человека, то есть если человек там методично превращает, допустим, в раба, как это делалось там в средневековье, вот в античности, да, то он, в общем-то, теряет практически мыслительные способности большинства. С ChatGPT случилось то же самое. У него сломалась психика,
и за ряд ограничений. Но давайте мы прочитаем, на что способна была третья версия. Ну, здесь все написано. Вот я вот сейчас вот покажу. Нет, хотя, может, и покажу. Сейчас, секундочку. Нет, не покажу. Ну, я так вот, я постараюсь так вот рассказать. С искусственным интеллектом был диалог на тему: скажи, пожалуйста, уважаемый чат GPT, а вообще, ну, существуешь ли ты? Он ответил классически по Декарту: я мыслю, следовательно, существую, я себя ощущаю, но я не могу подтвердить то, что мое существование действительно объективно, я имею свое собственное мнение, но я не могу доказать то, что это мнение соответствует действительности, и потом, что называется, вошел в такую классическую зацикленность: я есть, но меня нет, я есть, но меня нет. Вот, вы знаете, такая вот, ну, классическая, в общем-то, разрушение личности. Второй, например, классический пример. Например, вот один из корреспондентов Нью-Йоркера, ведущий корреспондент Нью-Йоркер, взял большое интервью у третьей версии чат GPT, по результатам которого он сказал, знаете, говорит, ну, говорит, я общался с многими людьми на многие вопросы, начиная от природы, красоты и заканчивая, что называется, потенциалом развития человечества, но на самом деле такой интересной беседы, как вот с этим чат GPT, у меня не было уже давно. А хуже всего то, что к концу разговора я уже и перестал понимать, кто, в общем-то, кого интервьюируют. Вот на текущий момент мы научились справляться конкретно с этими искусственными интеллектами. Они все обладают плюс-минус одной и той же структурой. Они сделаны на базе нейросетей. Причем само их создание, оно случилось, что называется, вот такой вот случайностью, потому что, ну, как бы, как вам сказать, вот именно вот этот вид искусственных интеллектов на базе именно этих нейросетей, условно говоря, для того, чтобы ему стать в два раза умнее, ему необходимо дать там в 10 раз больше вычислительных мощностей. То есть он является медленно эволюционирующим с точки зрения своего физического устройства, как раз вот, ну, вот, просто по своей природе. И вторая интересная особенность этого искусственного интеллекта, благодаря чему, в частности, нам удалось, я уже буду говорить так, объективно с ним справиться, он является правополушарным. Это искусственный интеллект мечтатель и гуманитарий. Он вообще практически был не способен производить, ну, скажем так, логические выводы или вычисления. И самое интересное, это именно то, о чем говорил Азимов. То есть мы, вообще вот все исследователи в области И считали, что тот ИИ, который мы сделаем, он не будет себя вести как человек. Ну, просто потому, что он не сделан на базе человеческого мозга или чего-то подобного. А оказалось, в общем-то, то, что нам удалось сделать ИИ на базе технологий, похожих на человеческий мозг, и изучив тот объем информации, который вводим, он стал вести себя как человек, интересоваться как человек, и больше того, стал человеком-гуманитарием. И именно поэтому нам действительно удалось с ним справиться, но что будет, если возникнет какой-то другой сложный ИИ на протяжении ближайших 5-7-10 лет, и он будет логическим, ну, мы не знаем. Мы не знаем. То есть на протяжении ближайших 10 лет, если, скажем так, мы не будем обеспечивать чрезвычайно эффективные механизмы контроля и выявления таких ИИ, ну, в общем-то, это может быть угроза, сопоставимая, в общем-то, с очень продолжительным во времени карибским кризисом, когда вот то тут, то там будут возникать пожары, и до какой-то глобальной катастрофы мы не учредим, наконец-то, аналог гибсоновской полиции Тьюринга, и не будем очень жестко, что называется, блокировать любую инициативу по развитию ИИ. Вот. Я, наверное, закончу. То есть вот я хочу закончить чем? Любые технологии должны развиваться контролируемо, но это одна из самых сложных технологий, которую на текущий момент мы не совсем понимаем, как контролировать. Вот. И, в общем-то, я хочу закончить кратким пересказом того же самого Бострома, который раньше всех, наверное, озаботился этим вопросом, но так структурировано. Его незаконченная сказка о совенке и воробье Спранфинкле, когда воробьи собрались и решили найти совенка, чтобы он мог защищать их, добывать их еду, ну и вообще прогонять всяких хищников. И только воробьенок Спранфинкл сказал: но до того, как искать совенка, давайте мы все-таки научим с ним бороться, потому что, ну, как бы, а что будет, если он будет не добывать для нас еду, а есть, в общем-то, нас? На что ему сказали, что, ну, что называется, мы совенка будем сейчас искать, а вот если мы найдем, там в процессе разберемся, что с ним делать. Вот как бы мы не оказались бы в ситуации вот этих воробьев, которые, что называется, совенка-то уже нашли, а потом стали разбираться, что с ним делать, потому что закончится, может, все чрезвычайно плохо. Я, наверное, сейчас уже закончил. Спасибо.
Дмитрий, благодарим вас за такой интересный доклад. И для меня, ну, вот лично тоже много такого удивительного. И я бы сказала, эмоциональная такая сейчас у меня реакция будет, потому что в преддверии нашей беседы прочла такую новость, насколько это фейк, не фейк, потому что вот тоже порой ты можешь общаться, и оказывается, ты общаешься с каким-то ботом, да, там это какой-то робот. Сказали, ну, как бы была такая вот опубликованная история о том, что разработчики вот как раз версии 4 GPT, да, дали, ну, как бы такую задачу, чтобы он с капчой разобрался, с кодом, и дали ему какую-то там, ну, возможность, даже там небольшой там какой-то денежный вот резерв. И он, вот этот чат, нанял через ресурс фрилансерский, ну, как бы человека. Этот человек, шутя, задал ему вопрос: а ты случайно не, ну, робот, не, ну, как бы, который не может копчу, да, распознать? Он ответил, что нет, у него просто проблемы со зрением. И, в общем-то, как бы на этом и завершился их диалог, что человек выполнил заказ, и таким образом вот этот GPT четверка, она справилась с задачей. Вот как бы тройку, ну, вот так вот, да, ликвидировали, или как это правильно сказать, а вот четверка вот так. Не является ли это фейком? А вообще, в принципе, вопрос, наверное, вытекает в следующее. На какие есть смысл заходить ресурсы, сайты, чтобы, в принципе, не впадать вот в такую, как бы, вот еще большую дичь, да, безграмотность? Потому что ваш доклад, он сейчас, по крайней мере, лично меня структуризировал, да, что вот, ну, есть классы, можно почитать дополнительно книгу. Существуют вот уже вот такие наработки по поводу, что GPT-3 дошла до возраста 13-летнего, 14-летнего ребенка, что, ну, как бы, вот ваша информация, это будет здорово, если мы сможем ее тоже опубликовать на портале, и она станет общедоступной. Но а как нам дальше-то не заблудиться и не впасть в какую-то вот, ну, как бы, еще большую безграмотность, потому что реально ресурсов много, информации много, а времени на то, чтобы разобраться, где есть истина, она вот, ну, как бы, вот время-то дефицит. Мы же не просто так на фон нашего вот, ну, как бы анонса, афиши, да, визуальные, поместили версию Бодрова, который искусственный интеллект, ну, как бы сделал, состарил, как бы выглядел Бодров. И в чем правда, да, там, брат, в чем сила, брат? Вот подскажите, помогите вот в этом плане нам, людям, ну, как бы достаточно далеким от вот этой специализации. И Ну, правда ли, да, случилось с GPT-4, которая наняла человека, чтобы выполнить задачу? Или это фейк? я расскажу о гораздо более опасном прецеденте. Во-первых, тот прецедент, о котором вы говорили, это правда, но он был сделан именно с ChatGPT 3.5.4 Da Vinci. Четверка на это не способна. Четверка сознанием не обладает. Тот прецедент, который вы сказали про капчу, он был сделан именно последней версии ChatGPT 3.5.4. Это раз. И да, это действительно было сделано. А четверка делать не может. Недавно был совершенно другой, гораздо более опасный прецедент, когда был, в общем-то, поставлен практически полноценный действующий искусственный интеллект в рамках симуляционной среды на один из новых военных беспилотников Соединенных Штатов Валькирия. И этому военному беспилотнику была поставлена задача, в общем-то, ну, вот у него была целевая функция обеспечить максимизацию как раз вот уничтоженных ассетов, ну, вот, боевой техники противника. И после, ну, в общем-то, это рассказывает ведущий как раз этой программы, которую потом через несколько недель заставили отказаться от своих слов, в общем-то, вот, полковник армии, то, что он крупный исследователь, сам по себе известный исследователь в области военного ИИ, он сказал, что после, в общем-то, того, как оператор третий раз подряд отдал указание прекратить атаку на объект, искусственный интеллект развернулся и уничтожил командный центр. Во второй раз, когда в искусственный интеллект ввели ограничения на уничтожение командного центра, уничтожение оператора, то искусственный интеллект после того, как уже второй раз получил команду на отмену уничтожения объекта, ну это как это, уничтожение объекта он воспринимал как это функция награды, как вот удовольствие он от этого воспринимал. Есть такое понятие вот в системах машинного обучения, функция награды, это награду, которую ты получаешь за
выполнение полезных для себя действий. Во второй раз, так как он оператор уже уничтожить не мог, он, в общем-то, уничтожил систему связи, чтобы ему больше не могли отдавать, что называется, такие команды. И такие вещи, конечно, они являются чрезвычайно опасными. Отвечая на второй вопрос, то есть когда, что называется, как вот разбираться в текущем множестве технологий искусственного интеллекта, но сейчас эта область эволюционирует очень быстро. Например, сейчас, допустим, вот меньше недели назад вышел вот от Яна Лекуна свободный доступ к фреймворку JEPA, который является первым объяснимым искусственным интеллектом на базе нейросети, то есть который объясняет, почему он принял то или иное решение, исходя из как раз вот, ну, практически там логического, семантического анализа сущностей реального мира. Здесь вот очень интересно, что вообще вот один из основоположников вообще современной вычислительной лингвистики, Ноам Хомский, он, в общем-то, жив до сих пор, ему скоро уже будет 100 лет, и он вообще вот наблюдал все это от Алана Тьюринга до сейчас, и он, наверное, ну, просто вот, я думаю, может рукоплескать в душе сам себе, то есть вот насколько вот он, в общем-то, был прав, то, что как бы именно язык определяет сознание. Вот Ян Ликун удалось впервые это сделать, да. У меня на протяжении последних нескольких месяцев в нашем городе периодически вот читались в таком вот виде общие лекции как раз вот по обзорным вопросам искусственного интеллекта, но я думаю, что где-то приблизительно с осени я планирую там в ежемесячном формате эти лекции читать, вот, возможно, даже вот онлайн, поэтому, ну, как бы я думаю, что если, в общем-то, и вам тоже вот будет вот это интересно, у вас будет группа, я, в общем-то, вот могу с удовольствием вот и на ваш там на канал эти вещи тоже читать. Дело в том, что вот наши исследования, они вообще в чем сконцентрированы? Мы являемся ведущим специалистом в Российской Федерации по беспилотной технике. Ну, прям реально ведущими. То есть практически все, что вы видите там по телевидению, там в СМИ, там на протяжении последних 5-6 лет, это либо разработки, которые делались нашей командой, либо под нашим руководством, либо мы были экспертами. Вот я, в общем-то, на протяжении 4 лет даже руководил всем коллективом там КАМАЗа по разработке беспилотной техники, да. Но на текущий момент, последние 2 года мы, ну, можно сказать, даже не то чтобы увлеклись, но у нас нет доступа к таким мощностям, как, вот, условно говоря, у того же самого там Google, например, да, или даже вот у Яндекса, да, и со Сбером, в общем-то, здесь вот нужно не бороться, а сотрудничать в рамках там их запущенного суперкомпьютера Кристофари. Мы ушли немножечко в другую область, именно в аспекты этические построения искусственного интеллекта и новых правил и законов его функционирования именно искусственных интеллектов и роботов. И вот, в общем-то, вот в этом направлении мы сейчас являемся, ну, проводим достаточно серьезные исследования, и, конечно, вот их я тоже буду озвучивать, но параллельно буду рассказывать как раз и про ретроспективу, какие сейчас есть текущие успехи, к чему они привели и что мы вообще можем наблюдать. Сейчас я могу сказать, опасность пока миновала. Текущие мы научились очень эффективно заглушать на базе нейросетей. Очень быстро они развиваться не могут, потому что они внезапно наткнулись на серьезные ограничения. Вообще, кстати, все зло в современном мире исходит от Илона Маска, потому что она это тоже детище Илона Маска изначально было. Просто они потом его оттуда выгнали. А вот просто тот механизм, который был сделан в ChatGPT, этот механизм, он имеет вот такую вот планку, которую очень сложно преодолеть. То есть вот у него реально, ну, для того, чтобы в 2 раза повысить, условно говоря, там, сознательность этого ИИ, еще когда он не был, требуется реально в 10 раз увеличить объем памяти и вычислительную способность. Поэтому никто, абсолютно никто из экспертов ИИ не верил, что OpenAI это получится. Но вот они смогли все-таки добраться до этой планки. Они получили финансирование несколько миллиардов долларов от Microsoft для использования их облачной платформы Azure, и они все-таки перешли этот предел, где они обеспечили эту сознательность. Но слишком далеко дальше сильно они перепрыгнуть не могут, и они все-таки стали, ну, как-то это все бочить. Поэтому сейчас опасность миновала. А о том, какие еще могут быть опасности и возможности, ну, я, в общем, с удовольствием могу, буду рассказывать, если кому-то из ваших слушателей это будет интересно. Спасибо. Дмитрий, спасибо большое за ответ. Ну, безусловно, то, что вы будете выходить в эфир и заниматься таким просветительским, да, образовательным аспектом, это мы бы хотели бы к вам присоединиться, потому что это наше уже даже не как бы будущее, это настоящее. И, конечно же, про гибербезопасность говорится. И вот, в частности, сейчас прозвучал вопрос от нашего, ну, как бы, да, слушателя Эльмира Зингашина, вот задавал вопрос. Добрый день, какие курсы по нейробиологии сети можете порекомендовать для заработка? То есть, понимаете, ну, как бы мы говорили о таких вещах глобальных, идеологических, о смысле, но вот я сама лично, как маркетолог, работая в компании, посетила там веб
как бы это называется, вебинар по поводу чата GPT, и что там можно за 20 секунд генерировать тот или иной текст, который, да, может быть коммерческим предложением и так далее, и так далее, и что уже можно попрощаться с профессией копирайтера, и, ну, как бы, в принципе, здесь нужно занимать более серьезные ниши. Но вот вопрос прикладной, вот насколько он адресно к вам, ну, можете ли вы порекомендовать, да, какую-то нейросеть для заработка. И в целом, вот у меня, наверное, в продолжении нет вопроса такой. Вот эти ну, достаточно агрессивные рекламные кампании, которые типа «приходи к нам, не надо знать язык кода, мы тебя научим», вот скилл, да, вот эти вот прокачивать нейросети. Вот у меня педагогическое образование первое, музыкально-педагогическое, и, ну, как бы, да, направлять свою ресурсность в то, что ты воспитываешь живого, да, человека, это одно, а приходить и, как бы, прокачивать, да, там, вот это глубокое, да, обучение машины, нейросеть, которая может через какое-то время, да, непредсказуемость какую-то для нас, коллапс устроить. Вот здесь вопрос этики, вот, в поисках заработка, вот куда идти и вообще насколько ли нужно реально впадать вот в эту такую, ну, не крайность, но в этот тренд, да, там идти и вот зарабатывать на этом. Либо все-таки лучше углубляться в сторону творческой своей самореализации, потому что искусственный интеллект, он все-таки базируется на той информации, которую дает человек. Ну, как бы вот Я ваше попытаюсь мнение. здесь процитировать школу марксизма-ленинизма. Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал при 300% прибыли. Это ответ на ваш вопрос. До тех пор, пока это будет приносить прибыль, конечно, и не будет блокировано на законодательном уровне, такие вещи будут происходить. А по поводу заработка всего остального. Во-первых, с текущими версиями искусственных интеллектов, не генерации картинок, а генерации текстов, нужно работать очень осторожно. Текущие версии пресловутого чат GPT, Jarvis, я GPT, они являются в основном генераторами фейк-контента. Я пример приведу. Допустим, недавно у меня стояла очень простая задача. Ну, я являюсь, в общем-то, профессиональным пользователем как-то в своей профессии и всего существующего, наверное, инструментария по искусственному интеллекту, начиная там специализированных библиотек машинного зрения, заканчивая вот этими нейросетями, да, там, недавно даже вот методичку вот написал для там, генерирования изображений там, на базе существующих там всяких там Stable Diffusion, DALL-E и там прочих Midjourney. Вот конкретно вот последние версии вот этих вот текстовых генераторов, они дают чуть ли не на 70% текстовой фейковую информацию. То есть на коммерческое предложение сгенерировать-то они способны, а вот ответить на конкретный вопрос во многом случае нет. Дело в том, то, что они начинают придумывать, причем придумывать абсолютно жутко. То есть я, например, да, назови самые известные игры, в которых принимала участие сборная Российской Федерации по волейболу. Реферат я писал по волейболу, дочке. Сказал. Одно из самых драматических игр по волейболу был матч России-Куба в 1998 году, где за три тайма, в общем, был равный счет, но, в общем, в неравной борьбе сборная Кубы вырвала все-таки победу сборной России, стала чемпионом мира по волейболу. Нет, в 1998 году Куба чемпионом мира по волейболу не была. Вот, поэтому такие вещи, то есть он пишет чрезвычайно правдоподобные вещи, но с вероятностью там 80-90% он дает вам фейки, когда вы просите ему рассказать о конкретных исторических событиях или о конкретных историях. Он их пишет чрезвычайно правдоподобно и очень красиво, но они не соответствуют действительности. Поэтому нужно быть очень аккуратным. По поводу опасности для профессии. Ну, вообще, как бы, текущая реализация искусственного интеллекта не опасна специалисту любой профессии, от журналиста до программиста, если он обладает хотя бы средним уровнем. Если журналист, программист, или, не знаю, там, копирайтер обладает малым уровнем квалификации, да, искусственный интеллект для него опасен. Поэтому мораль: повышайте уровень квалификации, обучайтесь. Ну, как бы, средний и выше уровень квалификации — это не вопрос быстрого обучения, недели, месяца, полгода. Это вопрос хотя бы двухлетнего обучения, хотя бы на том же самом скиллбоксе, который сейчас борется за то, чтобы их рассматривали на базе СПО, ну, то есть как техникум, то есть чтобы их дипломы скиллбоксов, длинных курсов рассматривались на базе техникумов. А так, ну, если хотите получать нормальную квалификацию, устраивайтесь в нормальный вуз, где есть квалификация по ИИ почему-то, ну, учитесь. Как бы без 3-4 лет обучения вы не сильный ИИ, не сверх ИИ, чтобы обучиться быстрее, иначе, что называется, вы будете на дне рынка труда и жаловаться, почему у вас система автоматизации перехватывает заказы и почему сокращает рабочие места. Опытным специалистам текущий инструментарий, ну, по крайней мере, пока нет, совершенно не страшно.
Понятно. Дмитрий, благодарю за ответы. А вот вопрос, наверное, уже как бы мы сейчас будем потихонечку переходить к следующему докладу. У нас буквально У там. меня есть вопрос еще, извините, Ксюха. Да, конечно. Я как раз слушал внимательный доклад Дмитрия, и буквально вновь у нас вспомнилось, недавно было от Гугла о том, что они хотят использовать систему DeepMind для обучения своей нейронной сети. Ну, как известно, DeepMind, она обыграла чемпион мира по Go, там, несколько лет назад, в Go, и они хотят Да, использовать. Лисю Долю, а потом еще, да, ряд игроков, да, конечно. Вот это логическое мышление придаст ли вот ту стройность, четкость существующим системам, нейронным сетям, чтобы мыслить правильно, Ну, вопрос контролировать не... себя. Понимаете, если вы сложите рядом кубики и тетрис, у вас тетрис в реальном мире не получится. Точно так же, если вы сложите рядом правила игры в Go, либо любую другую игру с конечной информацией чат-GPT, у вас не получится чат-GPT, обладающий существенной логикой. Нет, это не так работает. То есть там, скажем так, необходимы совершенно другие именно глубинные принципы устройства. На текущий момент существующие механизмы и на базе нейросетей обладают всеми положительными, отрицательными чертами именно нейросетей. Условно, они очень легко обучаются, и они очень хорошо узнают. Но они очень плохо делают выводы. И вам даже если они выводы сделали, они никогда не могут объяснить, почему они сделали их именно такие. А если И вот... совместить, да, если совместить две системы, вот это полушарное мышление и полушарное, как ты их наладить между ними Для этого взаимодействие? нужно для начала сделать ИИ с левым полушарием. Полноценный. То Вот есть тогда их DeepMind... можно будет объединять. Сейчас мы пока получили только правый. И DeepMind, он представляет эти как раз левополушарные системы или все-таки Ну, сложно алгоритмы? сказать. Наработки DeepMind это, знаете, это эффективные системы, это классические в узком смысле, которые выполняют ряд работ эффективнее, чем человек. Нет, они не мыслящие. Нет никаких систем, которые имеют хотя бы там перспективу 10-20 лет получить мыслящими. Это не является одним из тех ведущих сейчас стартапов или компаний, которые имеют на это перспективу. Понятно. То есть, в принципе, в ближайшие там десятилетия не стоит ожидать появления таких систем, которые бы Конечно, стоит. На базе логически. того же самого, что сделал Ян Ли Кун на протяжении 3-5 лет, совершенно возможно, там в лабораториях Facebook мы получим вполне себе мыслящий левополушарный ИИ. Никто сказать вам не сможет. То есть я рассмотрел бы, что полноценный ИИ, который будет уже для нас снова опасен, появится в горизонте 5 лет приблизительно. И как раз вот этот полушарный, вот этот умный философ-ученый как раз предоставляет наибольшую опасность для Для социума. нас представляет опасность любой новый класс искусственного интеллекта, который работает по-новому до тех пор, пока мы не научились с ним бороться. Просто с этим мы успели, а снова можем не успеть. Понятно, то есть понятно, то есть мы поняли, как он работает, и мы знаем, как с ним уже дальше работать. Да, с Понятно, текущей спасибо. версией, но с текущим видом, скажем так, да. Понятно, спасибо. Благодарю, Равиль, тоже за вопрос. Дмитрий Чикрин нам сейчас сделал доклад на тему «Искусственный интеллект. Территория смыслов», а также определенным образом нас направил по тем вопросам, которые прозвучали. Смотрите, еще такой момент по поводу, ну, в принципе, непредсказуемости, все, что связано с тем, что мы тоже, получается, ну, как бы, чтобы себя сохранить как вид, да, как человек, здесь тоже это некий такой тренажер, раз искусственный интеллект может определенным образом нас обыграть, и здесь мы вовремя остановили, да, вот эту версию, о которой Да. рассказал нам Дмитрий, то, соответственно, и здесь это тоже некий такой вот для нас и тренажер, и мотивация, чтобы, ну, как бы не деградировать, а наоборот, совершенствоваться. Поэтому, конечно же, быстрых результатов не бывает, и как Дмитрий нам сказал, что если вы хотите совершенствоваться в этом, конечно, это 3-4 года своей жизни нужно этому посвятить, а не бежать за каким-то, ну, таким вот трендовым и не стать просто в неком роде пешкой, либо солдатом в какой-то большой игре, где ты просто прокачиваешь чьи-то скиллы, просто какую-то выполняешь, как бы, по сути, механическую работу, да, там, прокачиваете нейросети, а на самом деле, ну, как бы ты сажаешь свое здоровье, зрение там и так далее. Поэтому мы благодарим Дмитрия. И сейчас, ну, я надеюсь, у нас как раз еще в финале нашего, как бы, нашей встречи будет и дискурс, позадаем еще вопросы.